Всем привет! Пятый день ремонта. Подготовлены подрозетники под входную группу, управление светом коридора, а также мастер-выключатель, отключающий свет со всей квартиры. А также будет розеточка. Выключатель света в коридоре, мастер, розеточка. Буду использовать старую штробу в плите. Коробку буду рекомпортировать. Короче, тут запарился с этим делом. Буду тут мутить, короче. Также закончилась прокладка проводов в полуторной комнате, спальный зал, так называемая. Квартира у нас по евростандартам, есть спальное место, общая комната. Прокинул питающие провода розеток, управляющие провода освещением. Значит, осталось произвести коммутацию во всех коробках, но это будет потом. Пока что не коммутирую, вдруг где-то ошибся, чтобы потом было возможность исправить. Поэтому провода прокинуты. Перехожу, вот идет питающий провод. Отсюда питание проходит розеток и разводится по всей, видите, по всей комнате. Питающие провода, розетки. Квартира будет запитана по ноу-хау. Отдельная автоматная розетка, отдельный на свет, отдельный на кухню, отдельный на бойлер. Все по супер московским стандартам. Значит, переходим в коридор, коммутируем коридор. Пока с освещения еще питающие провода на светильнике тоже не прокидывал. В конце еще не до конца решено, где какие точки будут, поэтому как-то так. Ну вот, рабочая обстановка. Убирать не убираю, потому что уже спешу, надо за Лерой ехать. Тут куча всего лежит, вот так в таких условиях приходится работать. Всем пока, подписывайтесь на Инстаграм.